Конечно же, я снимаю не один обзор, а несколько обзоров сразу. Потому что каждый день снимать, ну, смысла нет никакого. Отснял несколько, и потом по дням выкладываешь как-то. А если начали с гречки, давайте гречкой и продолжать. Походная каша гречневая с говядиной. Вкусная и сытная каша. Видно там нормально. Для вас и вашей семьи идеально для семейного ужина, пикника, рыбалки. Понятно. Киргизский. Каша походная, состав: вода, говядина, крупа гречневая, лук, соль, морковь, перец черный, возможно наличие в незначительных количествах яичного порошка, сухого молока, горчицы, сои, орехов и продуктов их переработки. Срок годности 2 года. Но это все у нас, сколько грамм-то? 340 грамм это. Производитель. Курганский мясокомбинат, стандарт. Ага, Курганский мясокомбинат, ясно. Цену, честно сказать, не помню. Так, нет, на самом деле, покупал я эту кашу, короче, в магазине «Красная и белая». Цена ей была в районе полтинника. Вспомнил. По сути своей, цена-то, кстати, и не важна. Озвучивать мне ее вообще, в принципе, и не надо. Почему? Потому что здесь она стоит столько, там она стоит столько. Где-то там она может стоить или дешевле, или дороже. Главное, чтобы вы видели, что там внутри. Все. А как за какую покупать цену, уж как бы решайте сами. С этой банки этикетка отворилась полностью. Это у нас, которая была из красно-белого за что-то там 50 с чем-то рублей. Вот она такая этикетка, запомните. Вот такая вот этикеточка у нас. Открываем, смотрим и показываем вам. Спешка нужна при ловле блох. Органолептический осмотр. Вот это уже попахивает ярко выраженной морковкой. Давайте выложу. Или выкладу как правильно. И будем делать выводы. Что там было в составе? Он вроде говядина попалась чутка. Морковка пахнет. Реально морковка пахнет. Какой-то вареный. Думаю, нормально видно. Ну, конечно, разница в гречке есть, что в той, что у этой. Ну, вроде как какие-то частицы мяса здесь что-то попадает. Давайте, ладно, попробую. Но эта гречка гораздо крупнее, по-моему, как-то она поразваристее. И сделаю свои выводы. Да, это хорошо разваренная греча. С достаточным количеством морквы, моркови, или как там правильно. Вон попалась какая-то жука. Но, опять же, мясом здесь и не пахнет. Но, с другой стороны, что мы хотим за 50 рублей? Что тут говядина, куски, что ли, попадались? Сильно сомневаюсь. Точно. Говядина здесь не попадется, а вот такая вот жила попадет, значит, говядина-то здесь есть. По крайней мере, была какая-то часть. Ну, гречка чисто, опять же скажу, что на вкус весьма себе неплохая. Но я бы лично, находясь в походе, взяв с собой такой, грубо говоря, по незнанке банок 30, а потом 30 дней давиться вот этой одной гречкой, без мяса, безо всего, ну, для меня это не имеет смысла. Я бы, конечно, не знаю, может быть, где-то там в тайге или еще где-то можно кого-то убить, приготовить, добавить в это варево какой-то там гречку, и это будет вкусно. Но если вы, допустим, едете отдыхать дикарем куда-нибудь там на юга, где-нибудь в палатке, где убить вам некого, рыбы рядом нет, и жрать вот одну пустую гречку, смысла, наверное, не имеет. Но весьма неплохая греча. Весьма неплохая, скажу я вам. Мяса, конечно, не хватает.